Второй способ, как завязать австрийский проводник. Более удобно или эргономично. В том месте, где вязать. Кладем руку, на руку веревку. Делаем вот таким движением. Вот те два оборота, которые я показал. И в кольцо, во второе нижнее, просовываем любимый средний палец. Что этот способ дает? Мы можем отрегулировать длину петли в эту сторону, в эту сторону. И удобно закончить вязку. То есть вот этот хвостик, который у нас остался, мы также просовываем снизу, накладываем на средний палец, ну или на тот палец, который из этой петли выходит. И захватываем этим пальцем, вытягиваем, получаем петлю. Рисунок узнаем, все правильно. Еще разок, чуть быстрее. Раз, два, просунули, отрегулировали, захватили, вытянули. Он даже не довязан, уже держит, ну, надо стягивать. Чем хорош узел? Его можно развязать после снятия нагрузки.